Всем привет! Сейчас я нахожусь в очень чудесном положении и совсем скоро ожидаю встречи со своим малышом. Полным ходом идет приготовление, и тут встал вопрос о приобретении комода для одежды новорожденного. Посмотрев массу обыкновенных вариантов, у меня родилась мысль, а не сделать ли мне комод самой? Ты что, будешь мне помогать? Да? Основой для осуществления данной задумки будет служить вот такой комод из IKEA. Распечатываем коробку, ищем и откладываем фасады. Их мы будем красить краской. Затем находим каркас комода, его мы тоже откладываем и будем покрывать маслом для деревянной мебели. Я взяла белое масло, так как мне нужно убрать желтизну и заодно защитить дерево от внешних воздействий. Обязательно проводим все лакокрасочные мероприятия в респираторе. Открываем окна и убираем из помещения своих питомцев. Крашу только лицевые стороны комода. Элементы, которые не будут видны снаружи, оставлю нетронутыми. Сейчас вы можете наблюдать разницу между пропитанной древесиной и еще не покрытой маслом. Все, отставляем данную панель высыхать и беремся за следующую. Приступаем к окрашиванию фасадов. Так как ступенька, где я окрашиваю, слишком широкая по сравнению с фасадами, я придумала использовать как подставку упаковку с крепежом, которая лежала в коробке от комода. Только немного подрезала под размеры, чтобы легко было прокрасить торцы. Также очень удобно использовать коробку от комода в качестве подложки на пол, дабы его не запачкать. Я взяла полуматовую универсальную эмаль Тикурила, которая отлично подходит для окраски деревянных поверхностей, и заколеровала ее в нужный мне цвет, номер H436. При нанесении он оказался еще краше. Хочу отметить, что у меня осталось огромное количество краски и масла, которое можно в дальнейшем применять для осуществления своих идей без финансовых затрат. В описании к видео я оставлю список того, что я использовала для создания этого комода и в какую сумму мне обошлась данная задумка. После окрашивания аккуратно убираем подтеки салфеткой и оставляем на 24 часа до повторного окрашивания. Буду красить в два слоя. Вот что у меня получилось. Забываю на сутки до следующих манипуляций. Так как свой комод я делаю с ножками, сейчас будем разбираться с ними. Ножки я купила в IKEA, они уже сразу идут с креплениями. Откручиваем крепление и начинаем шкурить. Берем для этого наждачную бумагу абразивностью 320. Для чего я это делаю? Я хочу, чтобы ножки комода и каркас были одинакового цвета беленого дерева. А для этого их нужно так же, как и каркас комода, пропитать маслом. Но дело в том, что эти деревянные ножки покрыты лаком, и если мы сразу начнем смазывать их маслом, оно не впитается. После того, как мы отшкурили ножку, протираем ее влажной салфеткой, убирая пыль. Так поступаем и с остальными. А вот теперь приступаем к пропитке. Каждую ножку обильно натираем маслом. Для этого я взяла кусочек губки. Когда я смазала все ножки, сразу же наношу масло по второму кругу и в таком виде оставляю их пропитываться до следующего дня. Наступил следующий день, и пришло время покрывать фасады вторым слоем краски. Затем снова отставляем их на сутки до полного высыхания. Небольшое отступление. Увидев фасады комода, моему мужу пришла в голову идея покрыть их эпоксидной смолой, чтобы придать глянца. Сейчас вкратце расскажу про весь процесс. Отмеряем нужное количество смолы. У нас на один фасад ушло чуть меньше 150 грамм эпоксидной смолы плюс отвердителя. Хорошенько их смешиваем и наносим почти весь состав на фасад. Далее, чем-то вроде грабель, распределяем эпоксидную смолу в ровный слой.
Деревянной палочкой тщательно промазываем торцы. Далее проходимся газовой горелкой, чтобы убрать все имеющиеся пузыри. Делать все эти манипуляции совсем не обязательно. Но если вам понравился результат, но работать с эпоксидной смолой вы не умеете, то можно использовать лак. Вы также добьетесь глянцевой поверхности. Итак, мы с Хаирчиком приступаем к нехитрой сборке нашего комода по инструкции. Он уже заждался финального результата. Пришло время прикручивать ножки, но тут нарисовалось несколько проблем. Оказалось, что на дне комода задней стороны вообще не предусмотрена соединяющая балка, и мне просто некуда прикрепить ножки. Пришлось немного подумать и вкрутить между стенками комода брусок размером 58,7 см. Зафиксировала его шурупами с двух сторон, и вуаля, можно крепить ножки. С лицевой частью комода тоже возникли проблемы. Соединяющая центральная панель оказалась не вровень со стенками, что не давало мне ровно прикрутить крепление ножек. Тут я придумала сделать небольшие деревянные вставки длиной в 7 см. В дальнейшем я их подрезала под размер креплений, чтобы они не торчали. И вуаля, тут тоже все получилось. К собранным полкам прикручиваем новые ручки. Вставляем полки в комод, и у нас все готово. Очень рада поделиться с вами этим интересным опытом и показать на собственном примере, что даже в таком интересном положении, при должной подготовке, можно легко и просто сделать дизайнерскую мебель своими руками. Для того, чтобы не потерять данное видео, поставьте лайк и до скорых встреч!